лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и мы начинаем. Всем привет, ребята, с вами МС Малюша. И сегодня со мной опять же Лёня Медведь Варя. Всем привет! Во что играем, МС Малюша? Ну а как? Подумай хорошенечко. Ну ты, ребята, ну скажи, не все же видели эту игру. Ну вот, догадайтесь. Она называется зомби... Кетчерс? Да! Оу, это моя любимая игра когда-то была, я в неё много играл. Отлично, играем дальше. Нафиг эту рекламу. Не сдалась она нам. Кому нравится такое же слово, не сдалась нам. Поставьте плюс в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик. Ставьте колокольчик. Подписывайтесь на канал, ребятки. Скоро мы будем разыгрывать футболки. Как он испугался, когда он меня увидел. Вот этот вот шурупчик, он самый древний. Я вот так на крышу запрыгнула, а потом... Они как испугались. Смешно? А кто из шутников самый противный? Зомби зеленый. Желейный Валера. Самый противный из шутников. Ну, еще вот эту заработать говняшку нужно. Всегда вот так. Ну это пипец. Слушай, невозможно теперь играть в этот зомби кетчер стало с этой рекламой, просто пипец какой-то. Мне кажется, надо им написать в это самое. В Google туда отзывы, что типа, ребят, рекламу фильтруйте, ставьте какую-то нормальную какую-то. Просто реклама-то отстой, да? Смотреть невозможно. Есть талантливая реклама даже тех же самых слотов, вообще без проблем. Да, я ребята. Да, ребята, комментирую вам, какая реклама у нас тут отстойная, да, МС Малюш? И у тебя с голосом что-то. А я опять охрип, ребята, извините. Умеет вырезать. Все умею. Верю я тебе, верю. Фантастически. Ну вообще-то нет, как же. Как Желейный Медведь может вырезать? Да. Желейный Медведь на самом деле ничего не умеет. Придется научиться. Сейчас вечерком сяду. Поставлю пример. Буду учиться. Что-то какие-то они медленные все, да, молча. Я могу, зато реактивный ранец у меня есть. И шляпка ковбойская. Поняли, кто тут папочка теперь? Да, уже даже нет никаких сомнений. Вот черт. Мне вот этого не хватает. Люлины-фигулины. Люлины-фигулины? Ну да. Придется пока что рекламу послушать. Слушай, реклама просто вообще подбешивает реально. Некоторые. Ну? Ну вот сейчас посмотрим. У нас там покупают хоть наши эти еду-то, смотри. Очередь стоит. Очередь большая. Угу. А вам не кажется, что все повторяются? Вот этот и этот, а? Рисовать я не могу. И вот этот и этот. Слушай, сколько денег заработал? Один 1,821. Это называется почти 2000.
Да, нам нужно 4000. Ну давай это, лови зомбаков-то опять. Что-то. Но мы не хотим. А я ничего не хочу. Только снимать видео очень так хочу. Хочешь, да? А чё ж сопротивлялся сегодня? Папа тебя уговаривал сколько? Точнее, желейный Валера. Почему тебя так уговаривают? Приходится видео снимать. Подписчики же будут переживать. Куда же делся МСИМА, Леуша? А? Ну-ка скажи что-нибудь свое оправдание. МСИМА, Леуша, говори в свое оправдание. Понятно, вот только Эти может сказать. Уть может еще сказать, да, неплохо. Опа. И опа, да. Ать. Ну, неплохо, да. Еще ать. Ать, отлично. Ну, понятно. Все, вопросов больше нет. Ать, уть там. Тоже будете так отвечать теперь. Нет. Ты от меня теперь не убежишь. Не зомби, не надо! Чувак, это говно. Он накакал под дерево. Видели? Какулю отложил. Да, какулю большую, прибольшую. Ну, Малюш, ну хорошая это как его. Буянить. Хватит буянить. Сейчас вот змею забубаню. И зомба! Зомбовредителей! Кошка сейчас сверху накапает, а ваши дебильные головы зомби. Это как вот сейчас. Желейный медведь Валера спрыгнул с нашего стола. Что-то нормально у меня не сидится. Фигня картошковая только. Мы на карантине. Потому что мы играем в зомби кетчерс. Потому что она вообще-то хреновая. Ну все, в одном месте мы зашли. Ну, наконец-то мы можем вот эту чудо-пушку взять. И то эта чудо-пушка мне только золото ворует. Вон, сколько накопил. Оно у меня вообще не ворует, а накапливает. Зомби падают деньги этим из-за чудо-пушки. Мы закончим серию, когда, может быть, пройдем этот уровень. Но лучше мы в следующей серии сделаем вот и закончим со всеми делами. Может, в следующей серии сделаем Майнкрафт? Расскажи о своем доме, Алиса. У меня в Майнкрафте все новенько. Расскажешь в следующем видео про Майнкрафт? Да, расскажу. Вот если ребята наберут 50 лайков или 100, сколько хочешь? 50! Давай 150 тогда. Ну давай.
маму придется забабахнуть. Наконец-то наш любимый козявка встала на свои жопы руки. Кто что? Жору. Значит, на попу. Попа не слипнется, Жора не слипнется. Так на канале Познаватель там новые серии уже выходят. Неплохо. Какие ваши любимые? На этом жестком канале. Он уже смеяться начал. А я вот так вот как с летучей попой. А мышь не слипнется с попой. Я все просто побежу. Сейчас он будет как бежать за мной. Этот зомбак. Уже отписаться успей. Поняли? Желтую какую-то зеленую колбочку, что ли, получили мы. Они, наверное, там бесконечные. Вот ну как давай, вот еще один, вот. Еще один уровень, давай. И мы теперь, знаете что, можем купить вот эту вот дурацкую машину, которую мы... Нормально все сдохло, да, мне? Не, ненормально. Ну, я понимаешь, простыл. Под дерево. Все, скажи, живи, не бедись. Конечно, под деревом. Я всегда под деревом простываю, потому что там тень. Поставила ты игрушку? Нет. Будешь ставить? Нет. Почему? Потому что ты такой дурак. Будет ставить такую дурацкую игрушку. Ну, некоторые играют. Ну да, ну ты поладишь. Запись-то не выключил, нет еще? Еще нет. Давай еще один и все, хватит. Выходи из игры. Хорош. Интересно мне, а что будет там следующее за какое-то растение? А? Вам не интересно? Не интересно, конечно, очень. Если тут будет малыш толстяк, тогда... Малышандра, иди ко мне, шучки. Так, малышандра. Oh my goodness. Как можно вам зомби и в канал улететь? Нам остался только один. Зомбарёшка. Неплохо ты их упаковал. Почему не толстопузик? Все, ребят, давайте пока, на связи. Ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых видосов. Пока! Пока всем вам!